ее дома дежурят кредиторы. Уже ей не дают почтовых лошадей. Денег нет. Положение становится угрожающим с каждым днем. Все серьезнее и серьезнее. У нее остается последнее. Она вспоминает эти покорные глаза английского посланника лорда Гамильтона и пишет ему письмо в Неаполь. Ну, вначале она наконец-то открывает ему свою тайну. Она дочь императрицы Елизаветы, которая решила бороться за завещанную ей корону с этой узурпаторшей, урожденной ангальцербской принцессой Екатериной. Она прилагает там все эти поддельные завещания, ну и просит, что просит, деньги, много денег, просит рекомендательные письма, просит паспорта, потому что ей надо продолжить борьбу, ну, когда она победит, это будут большие привилегии для английской торговли, письмо отправлено. И вдруг свершилось. К ней приходит английский банкир Дженкинс и сам предлагает ей деньги. Да нет, не от английского посланника в Неаполе, а от того, о ком она уже и думать забыла, от графа Алексея Григорьевича Орлова, который сейчас живет в Пизе, где рядом в Ливорно стоит российский флот. Так что же случилось? Да, английский посланник, получив ее письмо, пришел в ужас. Увидев эту страшную подпись принцессы Елизаветы, он понял, кому он дал рекомендации. Ведь Англия была в союзе с Россией, и он немедленно переправляет ее письмо графу Алексею Григорьевичу Орлову в Пизу. Как ждал Алексей Григорьевич вот это сообщение английского посланника. Ведь он уже 3,5 месяца искал эту женщину. Еще в сентябре граф Алексей Григорьевич получил пакет от нашей героини. И, открыв его, должно быть, сильно удивился. Это было письмо от дочери императрицы Елизаветы. Он знал об этих слухах, они ходили во дворце, и было их немало, о том, что императрица Елизавета родила от графа Алексея Разумовского, от ночного императора. Ну и далее в том же конверте обнаружил он и манифест этой уцелевшей дочери, и завещание императрицы Елизаветы. Граф испугался. Он решил, не пытают ли его верность Екатерине, не провокация ли это. И, конечно, ничего не ответив на это послание, он все это моментально отправил в Петербург с письмом, где писал забавные вещи. Он писал: «Я не знаю, есть ли такая на свете». То есть он не знает, есть ли, существует ли дочь императрицы Елизаветы, но если такая и есть, и хочет не принадлежащего себе, то камень ей на шею и в воду. И предлагал, как это осуществить. Мое мнение, заманя ее на корабли, отправить в Кронштадт. Когда Екатерина получила это письмо, она уже получила донос от Рагузского сената о том, что самозванка находится в Рагузе, и она немедленно отписала графу Алексею Григорьевичу. Она тоже не знает, есть ли на свете эта женщина, и не хочет ее встреч с опасным графом. И она пишет, не вступая ни в какие сношения
сей женщиной, потребовать ее выдачи у Рагузского сената. И если сенат откажет, бомбардировать Рагузу. Так ей хочется узнать, кто эта женщина, и получить ее быстрее в свои руки. Этот комплекс ангальцербской принцессы, захватившей царство, он же по-прежнему у нее. Но выясняется, что в Рагузе самозванки уже нет. И граф Алексей Григорьевич отправляет сразу двух людей, верных людей, искать ее. И никаких сведений. Ждет граф, понимает, как ждет матушка в Петербурге, а сведений нет. И тут приходит письмо от лорда Гамильтона, где он сообщает, что эта женщина, она в Риме. Граф Алексей Григорьевич моментально отписал посланнику, что, наверное, это сумасшедшая какая-то, но просит всеми средствами, которые есть у посланника, склонять ее к приезду в Пизу, к нему, графу Алексею Григорьевичу Орлову, и тут же пишет другому своему близкому другу. Это английский консул, который живет в Ливорно, кавалер Дик. Это единственный, наверное, тогда иностранец, награжденный высоким русским орденом. Он пишет Дику, чтобы он немедля отписал верным людям в Риме, чтобы они вступили в сношение с сей женщиной и склоняли к приезду ее графу Алексею Григорьевичу в Пизу. И одновременно посылает своего генерал-адъютанта Ивана Кристенека в Рим склонять даму неизвестную к приезду к нему в Пизу. И вот состоялась встреча нашей героини и посланца графа Алексея Григорьевича. Кристинок вручил ей письмо от графа, где граф соглашался на все. И флот передать, и под знамена ее вступить. На все соглашался граф, который, она знала, возвел на престол Екатерину. Ну, верила ли она ему? Ну, почему бы нет? Может быть, вспомнил старый бунтовщик прошлое. И вообще, как у всех великих авантюристов, она верит в свою судьбу. Она знает, что из любой петли удача вывезет ее. Она сейчас была в петле, и грозила долговая яма, и всем, кто ее окружал, у нее не было денег, и вдруг этот великий шанс. Кроме того, даже если граф блефует, она же знает, как она умеет превращать мужчин в рабов. Она верит в свои чары. И Даманский, и Черномский, для них же тоже выход. Им всем долговая тюрьма грозила. А тут шанс. А ведь они по-прежнему, у них только одна мечта – отомстить Екатерине за поруганную Польшу, за эту гражданскую войну, за потерю, они знают, фактическую независимости Польши. У них шанс. Да и чего бояться-то? Он зовет их в Пизу. Пиза же это не Россия. Это часть великого герцогства Тосканского, которым правит младший сын императрицы Марии Терезии, великий герцог Леопольд. Защитят, в конце концов, если что. Так что риск есть, но небольшой. А главное, другого выхода не было. И, раздав деньги нищим у церкви Сан-Карло и помолясь, графиня Пинеберг, так она себя называла в Риме, это одно из
наследственных поместий князя Лимбурга, как говорят некоторые источники, под именем госпожи Пугачевой, покидает Рим и под именем графини Зелинской приезжает в Пизу. Вот здесь такой есть один момент. Ну вот это такая версия, которая сразу еще в XIX веке, когда начали писать романы о нашей героине, она станет такой общепринятой. Это история о коварном графе, который эту несчастную женщину обманул своей любовью. Но мы уж много слишком о ней рассказали. Мы знаем, что версия о трепетной Лане несчастной здесь не подходит. Сейчас состоится встреча двоих очень опасной женщины и очень опасного мужчины. Как писал поэт, наверное, нигде в Италии так часто не идут дожди, как в Пизе. Но это не дожди, это ее слезы о великом прошлом. Великое прошлое морской республики Пиза. Когда-то она сражалась с Генуей и Флоренцией, но в конце XIV века в страшном сражении морском Генуя покончила с великим могуществом Пизанской республики. А потом флорентийские Медичи покорили Пизу, и она вошла в состав Тосканского великого герцогства. Но никакие исторические унижения не могли изжить этот дух величия, который остался на улицах Пизы. Он в мраморе, пожелтевшем от дождей и времени, мраморе ее дворцов нигде нет столько мрамора, даже во Флоренции великой, как на улицах Пизы. И он, конечно, в этом фантастическом чуде. Я могу представить, как она, аббат Рокотани, правду писала, она обожала архитектуру, она блистательно рисовала, она там все знала, как она увидела впервые эту самую великую, наверное, площадь Италии, которая справедливо называется площадью чуда, как она увидела эти три белого мрамора здания, которые поднимались, как и сейчас поднимаются из зеленой травы, баптистерий, собор, башня и кладбище. Поняла ли она мистический смысл того, что она увидела? Баптистерий, крещение, собор, жизнь с Богом. И эта башня, устремленная вверх, это попытка парения человеческого духа, это мечта о Боге. И финал обязательный. Кампо Санта, крытое кладбище, огромное крытое кладбище, где находится, наверное, самая загадочная и самая великая фреска. Удивительно, все живописцы, скульпторы, их имена известны, а имя автора, может быть, самого великого творения, так и осталось неизвестным. Он так и называется «Мастер триумфа смерти». «Триумф смерти» называется эта фреска. Как о
она должна была смотреть на эту крупу. Прекрасная женщина, склонившая голову к арфе. Она умела играть на арфе. Она любила играть на арфе. И финал. Эти бесы, которые волокут женское обнаженное тело в преисподнюю. Думаю, она не поняла тогда. Она была вся во власти мечтаний. Она была вся во власти исполнения желаний. Как говорил удивительно Казанова, если каждый день вы будете верить в исполнение того, о чем мечтаете, если каждый день вы будете к этому стремиться, то вы можете стать хоть римским папой или визирем великим, кем захотите. Она тогда в это верила. Она не знала, что этот город, этот печальный город, был концом ее свободы. Охота за женщиной заканчивалась. Первая ее встреча с графом Алексеем Григорьевичем. Такого она не видела. Это гигант, этот Голиаф с этим шлейфом фантастических дел. Это же он возвел на престол ангальцербскую принцессу. И это он убил законного императора. И это он победил в одном из самых кровавых сражений 18 века в Чесменской битве. А какие слухи о нем были в Риме, о его непомерной гордости в доме маркиза Сан-Паули. На глазах у всех он проделал этот свой великолепный цирковой номер, двумя пальцами раздавил неспелое яблоко, и брызги оказались на камзоле герцога Глостера. Но наш герой даже не потрудился извиниться, а бедный герцог не посмел вызвать его, потому что знает, этот убьет. Человек со шрамом встретил нашу героиню. И сразу состоялась их первая ночь. У обоих сходные задачи были. Так что ночь прошла великолепно. Она должна была победить и завоевать его своими чарами, а он должен был притвориться завоеванным. И началось это соревнование. Продумал. Кристенок уже просит ее о том, чтобы она ходатайствовала перед его патроном, о том, что присвоили ему следующий чин. Так он показывает, что граф уже в ее власти. А граф щедр. Вот все ее предыдущие возлюбленные с этими великими родословными, они же ничто по сравнению с этим безродным графом, вчерашним армейским офицером. Это же он может соревноваться, наверное, в мотовстве только с нею. Наконец она увидела равного себе. Ну и началась эта неделя любви в коляске с экскортом морских офицеров граф выезжает с ней и ездит по великолепным мраморным улицам Пизы. Потом он в театре, она в этих драгоценностях, явно подаренных ей графом, а за спиной опять этот экскорт русских офицеров. Когда она входит, все встают. Она получает то, о чем она мечтала. Она наконец-то полностью чувствует себя русской императрицей будущей. Свершилась вот эта мечта, она уже от нее в двух шагах.
Потому что если вот этот могущественный человек, обладающий флотом, с нею впереди великое будущее. Но неделя заканчивается, и граф знает, что дальнейшее может быть и подозрительным, и надо спешить. И он сообщает ей о том, что в Ливорно будут морские маневры его флота. Но могла ли она не поехать в Ливорно? Могла ли она отпустить его, когда он уже у нее в плену? И она едет вместе с ним, а с нею едут и Черномский, и Даманский, и всего лишь несколько слуг. Зачем брать всех? Ведь они вернутся снова в Пизу, в этот великолепный дворец Нерви, снятый для нее графом. Впереди поскакал Кристенок к ближайшему сподвижнику в этой интриге Орлова, английскому консулу-кавалеру Дику. Дик, повторяю, участвует в представлении, так что был устроен великолепный обед, описанный современниками. Кавалер Дик присутствовал, его жена, все играют свои роли, жена кавалера Дика разговаривает много с нашей героиней, причем никто не упоминает имени нашей героини, но все обращаются с нею с высокой почтительностью, как должно обращаться с царственной особой. Еще присутствует один гость на этом обеде, контр-адмирал Грейк. Он поступил, ну, не так давно на русскую службу. До этого он был прославлен победами в Семилетней войне, в морских сражениях у побережья Африки, у побережья Кубы. И, поступив на русскую службу, еще как он прославился! Это ведь он, не граф Алексей Орлов, который лодкой-то не командовал, это адмирал Грейк расставил корабли перед этим знаменитым чесменским боем. И вот он тоже участник представления, встает, когда вошла наша героиня. Ну, а на следующий день представление продолжается. Начинаются маневры. Все Ливорно высыпало на набережную. Граф приучил этот город к великолепным представлениям. Не так давно он решил заказать итальянскому художнику нарисовать картину чесменского боя, для чего перед восхищенными ливорнцами он продемонстрировал, как это было, на собственных кораблях. Корабли палили, и один из кораблей был, ну, немножко подожжен графом, чтобы зрелище было как можно натуральней. И несчастные матросики бросались в воду, как когда-то бросались в воду бедные турки. Этот вклад в живопись дорого обошелся русской казне, но граф щедр, и сейчас все тоже ждут невиданного представления, он им его покажет. И наша героиня, разве может она отказаться от самого великого, от величайшего мига своей жизни, ступить на русский корабль повелительницей будущей, будущей императрицей? Понимает ли она риск? Наверное. Но в этом ее жизнь, вот это существование на краю бездны. Она написала в первом письме графу: нет в мире обстоятельств, которые могут остановить меня. Там она написала, если нужно для блага России, вот эту часть мы откинем. Но вот это нет в мире обстоятельств, которые могли бы остановить меня. Вот в этом ключ к этой страстной, безумной в своих порывах женщине. Ну и состоялась. Она сама
попросила отвезти ее на корабли. В первой шлюпке отправился граф Алексей Григорьевич с дамой. Дальше капитан Грейк, Кристенок, который неотлучно присутствует, этакий ее поверенный, и даже консул Дик, как говорят, для правдоподобия поехал. И вот они вступили на борт адмиральского корабля, и могучее ура русских матросов! Граф подготовился к представлению, андреевский флаг трепещет, все, как она мечтала. Говорят, что граф устроил представление куда интересней, предложил нашей героине свадьбу, которая и состоялась на этом корабле, во время которого и произошло все трагическое. Да нет, в своем письме Екатерины, где граф подробно описал все, он пишет иное. Он писал, чтобы обольстить ее, я даже предложил ей выйти за меня замуж. Но она сказала, что сейчас еще несчастлива, а как займет свое место, вот тогда сделает меня счастливым. Так что свадьбы не было. Свадьба – это в будущем, в воображении романистов, которые об этом писали. А картина была реалистичней и пострашнее. И вот она ступила на борт русского корабля. Выстроены матросы, встречают внучку Петра Великого. Ну а потом торжественный обед в адмиральской каюте. Ну а потом она вышла на палубу и подошла к борту. Рядом с ней, конечно, неотступно граф Алексей Григорьевич, а за ней оба поляка, Черномский и Даманский. Что-то волнует их, подозрительны. Она... Это, наверное, был величайший миг ее жизни. Она смотрела, как плывут эти красавцы корабли. Это были уже ее корабли. Это фантастическая, сумасшедшая мечта сбывалась на глазах. А в это время граф Алексей Григорьевич и удалился, а вместо него вышел капитан Литвинов с командой. И она услышала сзади: «По повелению государыни вы все арестованы. Прошу отдать шпаги». Это к полякам. Но потом ее отвели в каюту. И здесь представление продолжалось. Теперь новый актер, контр-адмирал Грейк. Он пришел к ней и играет роль такого несчастного служаки, который вопреки совести, но исполняет повеление этой самой государыни. Он объявляет ей, что граф Алексей Григорьевич арестован, что генерал-адъютант Кристенок тоже арестован, и он теперь будет письмоносцем. Он будет носить письма от арестованного графа ей, от нее графу. И он приносит ей письмо от графа.